будем. Московское время 17 часов. Дорогие друзья, приветствую вас в павильоне «Макет Москвы». Перед вами макет центральной части города. Сейчас его площадь составляет 429 квадратных метров. Макет выполнен в масштабе 1:400. Это точная копия столицы, уменьшенная в 400 раз. В павильоне работают консультанты. Если у вас возникли вопросы, вы сможете получить на них ответы. Обращайтесь к нашим консультантам, они будут рады вам помочь. Находясь в павильоне, следите за своими личными вещами. Не держите ничего над макетом. Не вешайте вещи на ограждение и не сажайте на ограждение детей. Для детей предусмотрены специальные подставки. Нашему павильоне категорически запрещено находиться с напитками и едой. Совета экономической взаимопомощи и идет обратно. На той стороне вот мы видим, это здание Третьяковской галереи на Крымском валу, Крымский мост. Приглашаем вас посмотреть светотехническое шоу. Его удобнее смотреть с балкона. Во время шоу свет повернули в будущем. Thank you.
макет Москвы, можно сказать, натуральную величину. Мы сейчас попробуем найти узловые точки. Вот это мы видим Кремль. Это проспект Калинина прослеживается. Там гостиница «Москва», очевидно. Ну, сейчас мы обойдем со всех сторон Москву. Вот это у нас площадь трех вокзалов. Это гостиница «Ленинградская». Это Казанский вокзал. Это с тыльной стороны мы видим Ленинградский вокзал. Это станция метро Комсомольская. И Ярославский вокзал, а напротив Дворец культуры железнодорожник. Там дальше идет Садовое кольцо, это здание ЖД Высоцкий, Сталинский. Пройдем дальше. Вот это у нас какой-то стадион. А, это проспект Мира. Это, да, вот идет вот здесь проспект Мира. А это спортивный комплекс на проспекте Мира. Да, и вот видна вот мечеть. Да, мечеть рядом со спортивным комплексом. Так, это Кремль с другой стороны. Вот мы видим собор Василия Блаженного. Сейчас пойдем. Спасская башня и Красная площадь. Памятник князю Владимиру. Это библиотека. Всем добрый день, уважаемые посетители павильона. Сейчас пройдет викторина. Для участия вам необходимо скачать наше приложение. Оно так и называется «Макет Москвы». Далее. Так, это мы видим реку Яузу. Вот это выходит дорога на Третье кольцо, это по Яузе, если ехать. Вот это мы видим старое здание МБТУ имени Баумана. Это госпитальный мост и новое здание МБТУ имени Баумана. Здесь видим госпиталь Бурденко, напротив жилой комплекс серии 144.1. Ну и вот здесь вот чуть-чуть не хватило места в макете, чтобы наш дом поместился. Кстати, сюда, и тебе будет видно. Это вот сейчас вечерняя Москва, или ночная Москва, правильнее сказать.
пытаемся найти место работы. Но это лучше, наверное, делать с балкона. Страны Москва-реки. Это Яуза. Это здесь выезд на третье кольцо. По эту сторону мы видим тут Люфортовский парк. Дальше госпитальный мост, и здесь вот кусочек госпиталя Бурденко. Вот это здание МВТУ имени Баумана новое, а это здание МВТУ имени Баумана старое. Это жилой комплекс крупнопанельных зданий на берегу Яузы напротив госпиталя Бурденко. Там дальше мы видим, это площадь трех вокзалов. Мы видим там Казанский вокзал, вот высотка, это гостиница Ленинградская. На той стороне напротив Казанского вокзала видны Ленинградский вокзал и Ярославский вокзал. Это здание в виде звезды, это театр Советской Армии. А здесь, слева от него, дом офицеров. Это современное здание, называется Мегаполис. Оно находится на Садовом кольце. Ну, вот там Кремль. Кремлевская стена мы видим. Здесь видим. Это мы видим. Очевидно, вокзал какой-то. Да, это, наверное, по очертаниям получается белорусский вокзал, да. Белорусский вокзал, и дальше уходит Ленинградский проспект. Это у нас Белый дом, здание Совета экономической взаимопомощи. Дальше мы видим проспект Калинина, или Новый Арбат. Это гостиница «Украина». И уходит туда дальше, на запад, Кутузовский проспект или на юго-запад. А это Киевский вокзал, мы видим с тыльной стороны. И на той стороне Москва-реки, Министерство иностранных дел и Садовое кольцо. И там дальше Третьяковская галерея на Крымском валу и парк культуры имени Горького.